Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать в Destiny 2. Сегодня мы с вами поговорим по поводу данной винтовки разведчика РВП МК-2. Она дается Анастасии Брей за выполнение задания. И об этом задании мы тоже поговорим. Поехали! Первым делом вы подходите к Анастасии Брей, берете у нее контракт. Вот он будет выглядеть у вас вот так, только фиолетового цвета. Здесь в контрактах вы находите, и первое задание будет такое. Убить копьем Валькирии 25 мобов. Проще всего это сделать, подходите сюда, активируете это задание, и вот здесь у вас находится копье. Обратите внимание, вот оно. То есть вы его возьмете и убьете достаточно быстро 25 мобов. Второй этап будет чуть-чуть посложнее. Вы подходите сюда, берете героическое приключение, идете туда, то есть в лабораторию Распутина, и здесь убиваете псионика. После того, как вы убили псионика, вы сюда подходите и отдаете блок памяти, после чего начинается последний этап. Следующий этап у вас будет заключаться в данном затерянном секторе. Обратите внимание, затерянный сектор у нас находится вот здесь. Заходите в него, там проходите буквально пол этого затерянного сектора, и у вас будет такая шкатулка, которая будет играть. Подходите к ней, берете, вот вы выполнили следующий этап. Когда вы выполните все условия, вы подходите к Анне Брей, и она вам дает вашу долгожданную винтовку РВП МК-2. Минус этой винтовки в том, что тут модификаторы не перетачиваются, она идет огненная, заточить на абсолют ее нельзя. Модификатор стоит кинетика. Но это, наверное, причина в том, что в дальнейшем мы ее будем апгрейдить, когда этого мы делали несколько видов оружия, например, акрию какую-нибудь. И она у нас станет экзотической винтовкой. Добавится модификатор. На данный момент винтовка мне понравилась по урону. То есть урон у нее хороший, она медленная, но урон хороший. Вот, например, усиленная рама. Большой урон, низкая скорострельность. Если вы стоите и используете прицел, вы стреляете точнее. Если вы стреляете 3 выстрела подряд, один патрон у вас возвращается в резервный магазин, то есть не в основной, а в резервный. И постижение дзен, нанесение урона, повышает его стабильность. Магазин и ствол посредственны. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Удачи в прохождении квеста. Подписывайтесь на группу, на канал. Всех благ, друзья.